Вначале без слова, и слово живого Бога,
verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы священнические и монашеские чины причерковные, братья и прихожан святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь его во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веку. Начальному Отцу, Своим Единородным Твоим Сыном, и Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. А где? Благословляется и освящается арта сей, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благословляется и освящается арты сие, окропление воды сие священные, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господу помолимся. Христос воскресе!